разместились тут? Не гневайте, царь батюшка, не гневайте. Успокойся, Петр Алексеевич. Да как тут успокоиться, когда кругом неучи, воры да бездельники? С кем Россию поднимать будем? Но все хорошо будет, государь. Дайте срок! Срок? А я про что долбую в Сибирь? Да будет, Кремальчик, будет. Все без дела, все туда, а не пчел. Да, и размячься бы не грех. А что, повод есть? Глянь, народ твой собралось. Юбилей празднуют. Союз у них случился какой-то 110 лет назад. Что за союз такой? Да актеришки вон собрались и сколотили организацию промеж себя театральную. Организацию, да. Ярмарочный, батюшка, да. Ярмарочный. А начало ты, Петр Алексеевич, государь, все с вас. Да. В 1702 году вы построили первый на Руси публичный театр. Как же помню, театральная хранина назывался. Да, 400 душ вмещал. Да, и вот во что вылилось. А народу-то сколько собралось на веселье? Ну, не так же много. Но собралось. Поздравить-то надо, государь. Зело верно говоришь, гусляр. Че надо, батюшка? А ну, врубай музыку. Сегодня в такой знаменательный вечер собрались почтенные наши друзья. Вибранство актеров ничем не измерить. Театру, конечно, мы преданы все навсегда. Но вряд ли изменишь. Театр идут, чудо ждут каждый раз. Союз театральный становится крепче. Ряды, как ни странно, растут.